И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Пишет Доминоша. Возможность вкусно и недолго накормить большую компанию друзей и отличное дополнение к фильмам и сериалам. Не хочется готовить сегодня? Захожи, пишет Доминоша. И по моему промокоду вы получите скидку 38% на первый заказ. Города, в которых действует промокод. Железнодорожный, Зеленоград, Воронеж, Щелково, Сергеев Посад, Саратов, Санкт-Петербург, Самара, Рязань, Ростов-на-Дону, Ногинск, Мытищи, Москва, Люберцы, Краснодар, Коломна, Химки, Казань, Ковалев, Электросталь, Балашиха, Жуковский, Видное, Реутов, Воменская, Лобня, Красногорск, Ивантеевка, Домодедово и Долгопрудный. Сам промокод действует до 10 апреля. Промокод и ссылку на приложение оставил в описании под видео. Успевай воспользоваться. Всем привет, с вами снова я Лакмакан. И сегодня я смотрю поединок 9 апреля. А именно поединок между Аш Пренлет и Лакели Пеннингтон. Сразу же когда здесь Шед нашел пожелет, и я думаю, что одержит победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердишь, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, напишите комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень помогает вашему каналу. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можешь пожать канал донат. Все ссылки в описании. А мы начинаем наш трансляж. И первый в октагон выходит Лакель Локи Пеннинг. 21 бой, 13 побед, 1 нокаут, 4 раздачи и 8 положений. Because as you're thinking, if I do step one to get to step two, she's already on step five. Right. She's working on the finish before you even understand that you're in danger. The quick strike ability in the jiu-jitsu is something Аш Пренлет. 11 боев, 9 побед, 6 нокаутов, 1 сдача и 2 положения. She's about as well-rounded as it gets, DC, and I know you didn't have the benefit of starting as a striker back in the day. First day she stepped in a gym, she was mixing all the different disciplines, and the results certainly speak to that commitment and dedication. It shows in her ability to fight high-level competition right away. She does not need fights to build her up. She's prepared to fight the wrestler. She's prepared to fight the grappler. She's prepared to do a kickboxing match with the best kickboxer. Her life has prepared her for these moments. All the training, all the sessions, all the private sessions has made her ready. То ж, Пеннингтон уставше, выше, и руки у нее длиннее. Я вызываю абсолютно всех участников данного события. И сначала нам представляется Лакель. Тут у нее предупреждено на одно положение больше. А теперь нам подтверждают и Ашпен. И дальше поединка Дэн Мерглиот. Что ж, первый вал, погнали. Сделал даму паузу. Попадает Ред. Луки как Пеннингтон. Сходится девушки в клинче. Восьмен. Мимо. Попытка трекдауна, и она оказывается удачной.
striker early. Mission accomplished so far. Mission accomplished. Even her team couldn't have imagined that it would work so early in the fight. That. Let. Oh, keep it busy here off of her back. Nice offense from the bottom. Oh, that's a nice job by her there to reverse the position. Побежим атакует Ашпен. Девушки поднимаются. Что это? Точно. Лед. Выход тейкдауна уже от Ашпен, но она оказывается неудачной. Делает блошот Пеннингтон. Неплохо. Блин, да, так я живу на ваке, это пока повыше своей соперницы. Продолжает атаковать Авакель. Неплохо. Выдает по-прежнему Пеннингтон. Сел Люк. Выдает снова Вакель. И попытка болевого от Пеннингтон. Посмотрим, чем это закончится. Пока делает это Ашпен. И удалось Шерлет выбыл лучше из этого приема. Неплохо. Да, Пеннингтон. Севернук. Неплохо. Да, Пеннингтон. А Лотта приходит в шахтяшку. Лошмен. И поднимается все-таки даму в стойку. Лошмен. Лоу-кик. Продолжает атаковать Пеннингтон. Клинч. Повырка тейкдауна. Но на этот раз она неудача. И снова воняет Пеннингтон свою соперницу. Лошмен. Неплохо. Да, это тоже лед снизу. Но Пеннингтон продолжает ее удерживать. Неплохо. Продолжает удерживать Пеннингтон свою соперницу. Что ж, первый раунд завершен. И он за Пеннингтон. 10-9, Вакель впереди. А нам показывают лучшие моменты первого раунда. Step back, they meet in the middle. That's exactly what they did, and they both found success.
И у нас вау номер 2. Вашмен. Мимо. Лоу-кик. Попадаешь на Пеннингтон. Попытка тогда он отмет, но она оказывается неудачная. Так, забить сейчас Пеннингтон свою шутёрницу. Неплохо. Продолжает хватить Ракель. И тяжко приходится Ашпа. Продолжает атаковать Пеннингтон. Тогда пока что ничего не шло, чтобы того как ТВП. И еще одна попытка болевого от Лакель. Посмотрим, получится у нее на это ваш или нет. И пока что Ашпен тело пьет. И даже опять удается выбор. Продолжаем. Пеннингтон делать ей все, что же хочет. И уже попытка боевого атлета. Вот это интересно. Посмотрим, чем это закончится. А закончится это контрплем от Пеннингтона. Это интересно. И вынывается Ашпен. Переворачивает туда свою шипевнишу. И уже Ашпен пытается атаковать, но ненадолго. Пеннингтон пока что делает ей все, что захочет. Продолжает атаковать Лакель. Вашмен. Да, Пеннингтон. Аж да, слева пока что контролируют. Но ничего Ашпен сделать не может. Вашмен. Пытается забить Ашпен свою шипевнишу. Но Пеннингтон-то пока что терпит. Пока что ничего не происходит. Пока все по-фундершнему у нас с вами. Попадает Эдлет. Лошмен. Here,
she felt like she could finish the fight with her ground strikes tonight. И провал, так же таки, за Феникс. 2.18 кейс впереди перед финальным раундом. А нам покажут лучшие моменты второго раунда. И у нас заключительный раунд. Неплохо. Попытка тейкдауна. И она оказывается неудачной. Также Лед провести тейкдаун, и Рей это удалёшь. Неожиданное начало раунда, если честно. That's Pennington. Да, окей. Снова да. Пеннингтон. И попытка болевого будет от Ашпен. Пока что ничего у нее особо-то не получается. И вырывает Шавакель. И уже будет попытка болевого от Феникса. Фактически сразу после того, как Лей пытались повести болевую, она пытается повести свою попытку. И она тоже оказывается неудачной. Попадает Вакер. Поднимает даму в стойку. Попадает Вакер. Вашмен. Неплохо. Попытка тейкдауна. И она оказывается удачной. Вашмен. Да, Пинсон. Переворачивает сейчас Вакель. Неплохо. И попытка болевого будет от Вакель. Посмотрим, чем она закончится на этот раз. В тяжелом положении находится Лед. Но будет пробовать Ашпен повести ответный болевой. Посмотрим, получится у нее или нет. Да! Подвоила Ашпен с соперницей и задушила. Пеннингтон тут пошла заснуть, а не заключать. Вот это да! А будет отчастую Ашпен проигрывала. UFC.
нам покажут, как это было. Что ж, посмотрим, как же бой пойдет на самом деле. So that win by submission figures to silence any remaining doubters, and that certainly puts the rest of the division on notice. Huge result for her here tonight. Победу ждать в третьем раунде одерживает Ракель Рокки Пеннинг. Прошу прощения, победу ждать в третьем раунде одерживает Аспен Ред, конечно. Не знаю почему, но я сначала обливу Пеннинг, приношу свои извинения. Статистика поединка. Ред попала 115 ударов из 167, Пеннинг 158 из 205. Позинов 22 из 56, Ашман 27 из 58, Лакей. По тейкдаунам 1 из 4 Ред, 4 из 8 Пеннинг. Контроль 2 минуты 58 секунд Ашман, 7 минут 12 секунд Лакель. По раунду. Первый по удалам 55-61, по сильным 11-11, по тейкдаунам 1 неудачная попытка от Ред и 3 из 4 у Пеннинга. Контроль 17 секунд Ашман, 3 минуты 8 секунд Лакель. Второй раунд по удалам 35-59, по сильным 7-12. Тейкдаунов были неудачным в обеих сторон. У Ред была одна попытка, у Пеннингтона 2. Контроль 2 минуты 6 секунд Ашпен. Минут 54 Лакель. Третий раунд по удалам 25-38. По сильным 4-4. По трекдаунам 1 из 1 у Ашпен. 1 из 2 у Пеннингтона. И контроль 35 секунд Ред. 2 минуты 10 секунд Пеннингтон. И у всех шлюшек был 19-19. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию, можете пожать канал донат. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!